тренировочку, а на улице дождик. Вот, играем в футбол, потому что такими вечерами дома сидеть очень тоскливо. Надо поддерживать себя в форме. Школьный столовый. Играем. Будем играть сейчас в футбол. Так, это тайский ролл. И когда мне друган его привез, он сказал, что он так не смог его правильно раскрыть. Короче, он сказал, что вот эта штука находится внутри этой штуки. Ты смотри, видишь, как ты открываешь, видишь, она внутри, короче. И тут, может сказать, рис уже свежий. Поэтому, а вот он еще не видел такую штуку, мне кажется, вот это вот надо вот так вот оттянуть, да? Угу. Вот это надо оттянуть как-то. И а ты видишь, даже цифры надо... есть, что нужно делать поэтапно. Поэтапно, так, ну, готовь ролл сам называется, да? Как японцы. А потом заворачиваешься, потом, да? И... Так, думай. Нет. Смотри, 3, 4. Ты тут дергаешь? Да, я оттуда. Так. Вот. Пошло дело. Сыновку дать? У меня есть сынок. Ты же в ресторане работаешь как раз, вот ты это умеешь, да? Да. Работать. Во. Все. Я ему скину видео, скажу, вот так вот надо. По подарок. Подарок? Спасибо. Да, смотри, мы, короче, будем пить. Слакся, да? Я тебя запечатлю вначале. Березочка. Он даже сейчас работает, да? Короче, Анютка, давай. Кто сильнее? Сейчас. Французский дизайнер или русская? Кто? По профессии? Менеджер управления. А? Все, давайте. Она будет менеджмент. Давай, менеджер. Вместо твоих рук дело, да? Нет, Vista Sport. Но проблема в том, что... И X-Ray. Он тоже работающий со мной. Работает со мной. Не, работа. Работа. Чуть-чуть. Работа тоже? Нет. Закончил тебя с вами? Чуть-чуть. Он чуть-чуть работает. Так, Котя. Маш! Занос. Открыть дверь. Ты че, блин, нахуй? Он так, смотри на нее, ничего не делает. Сегодня наш Ильдарушка Махьянушка. Сегодня совершеннолетний. Сколько тебе там? 18. 18. Дважды девственница, ему дважды 18. Тебя могут целовать наконец-то. Дважды девственник. Дважды девственник. Дважды девственник, это не сейчас. Вот, и время сейчас уже много. Сегодня 8 ноября, и сколько лет назад? И даже домой не пора еще. Ну сколько лет назад ты там изродился? Ну ладно, 18 лет назад на свет появилось это чудо. Всем назло, я не знаю, всем вопреки. Ну, в общем, что я могу сказать? С днём рождения тебя. Спасибо. Ну, за Ильдарушку! С днём рождения тебя! Всё, ему двух рябов хватило. Боролся. За неё боролся. Он потом её увёл своим... Её бандиты опять украли. Да. В конце концов. А потом он опять-таки с неё боролся. Он её, да, он... На прессию. Ой, я обожаю французский язык. Это тысячи ушлих оргазмов. Йоу. Si tu listens me, ouais, si tu listens me, on va mixer le russe, l'anglais et le français, ça va donner quelque chose de zaïbis, quoi. Non, stop. Pas tant. Yo, can you see us? People, can you see us?
Hey, no? You don't see me? Bah ouais, c'est comme ça la vie, hein. Yeah. Let's bring it here. Короче, Томас отдыхает дома, вот так вот, вчетвером. Она стесняется. No smoke, I only miss. Only miss. Открывай дом, open дом. Open. Вау. Давай, спи. Джинсы снимай! А ты юбку снимешь? Сниму. Давай. Джинсы сначала. Я могу снять. Давай, нет, застегни обратно. Подожди, давай. Ты что, угораешь? We have big fun party. Я Настя. Так, смотри, девки разбегаются. Вот она будет сейчас. Смотри, пока ты салат, вот верни как движуха. Ликтамер. Happy birthday.